7 мая 2019 год, Харьков. Так, это у нас святой равноапостольный князь Владимир. Сей памятник установлен в память 1025-летия крещения Киевской Руси, освящен архиепископом. Это ж надо, поленился подойти. Ну ладно, подражало чуть-чуть. А вот и креститель. Да, я помню, еще тысячелетие крещения Руси праздновали. Боже, сколько же я живу. Монументальное здание. Его, кстати, не так давно и построили. Опять же при мне. Храм святого равноапостольного князя Владимира. Седьмое мая 2019, Харьков.